Да все нормально у тебя с макияжем, честное слово. Я не видела сестру несколько лет, пытаюсь произвести впечатление. Ты хочешь ее запугать? Мне нужны деньги, и я могу их здесь получить. Господи, Маккензи! Хочу дать тебе возможность вложить... Да уж, ты не изменилась. Ты о чем? Я к твоим годам уже остепенилась. Остепенилась? Да тебя обрюхатил какой-то богач, пока ты работала стриптизершей. Официанткой в стрип-клубе. Ты обслуживала топлес. Это даже хуже, значит, ты не умеешь танцевать. ФБР! У нас ордер на арест Кристофера и Памелы Пембертон. Присмотри сегодня за детьми. Я тебе что, нянька? Знаю, можно нанять кого-нибудь, да? Микки, будь тетушкой всего один день, и я дам тебе деньги. Но не испорть моих детей. Мама и папа в тюрьме? Скажи ему, что все будет хорошо и все такое. Не переживай, приятель. Если мы потратим кучу денег, нам за это ничего не будет. Ладно. Ладно. Не думай, что мы будем часто видеться. Вообще не будем. Послушай, Сабрина, я сама откалывала такие номера. Сделай одолжение, не будь занозой в заднице. Я пошла. Ты что пьешь? Обычный абсент. Хочешь по рюмочке? Считаешь себя самой умной? Если думаешь, что я свалюсь под стол, не мечтай. Что-то случилось? Все хорошо, но странновато. Странновато, как когда выпьешь 6 разных видов снотворного? Ты зачем это сделала? Спокойной ночи, принцесса. А я примерю твои джинсы. Похоже, мы с тобой на равных. Садись, будем завтракать. Ладно. Погоди, погоди. Завтрак еще нужно приготовить. Бенни, хочешь есть? О, фу, кому-то это нужно потушить. А почему мы не заплатили? У меня нет денег. Я могу за тебя заплатить. У тебя черная карта? Лови. Иди сюда. Черт. Привет, Стефи. Как дела, Чипи? Как твоим предкам в кутузке? Терпеть его не могу. Будет задираться? Стащи с него штаны. Девчонки любят весельчаков. Ты точно сделал неправильно. Не забыл посмеяться над его крошечным пенисом? Это твои мангусты. Монхи меня не бил. Тебе идет, но выглядишь паршиво. Для детей она опасна. Да с ними все хорошо. Не волнуйся. Я все замету. Давай проясним, говоря замету, ты имела в виду. Я говорю, что все уберу. Хорошо, вперед, спасибо. Думаю, она мертва. Что у нас на ужин? Да мы уже позавтракали. Ты лежишь тут со вчерашнего дня. Мик. А где Альба? Мисс Микки, я не умею плавать. Помогите!